Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. И его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Пока у меня недостаточно данных о нем. Когда узнаю больше, смогу скорректировать свое поведение. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Всем постам, все три РДМ.